А здесь уже колоссальные склады боеприпасов ВСУ. Мы из того, что мы видели, здесь огромное количество различных экземпляров. 122-й калибр мин. Также танковые снаряды, ряды и ряды брошенных боеприпасов. Вот здесь уже в защищенном ангаре более дорогие экземпляры. ПТУР, управляемые ракеты. Опять же, все в ящиках. 80-е мины. И, как вы видите, это эти ряды и ряды.